Этим летом в Северном Казахстане запланированы масштабное строительство и ремонт спортивных объектов. На эти цели из областного бюджета выделили более 400 миллионов тенге. Это в два раза больше, чем в 2019. Кроме того, по программе «Дорожная карта занятости» создали 100 новых рабочих мест. К наведению порядка уже приступили. Наш корреспондент Анжелика Сычева побывала на одной из стройплощадок. Ремонт специализированной школе-интернате колледжа Олимпийского резерва начался с середины мая. Масштабное обновление последний раз тут было почти 10 лет назад. Тогда делали только лишь столовую. На этот раз у предприятия-подрядчика большие планы. Особое внимание зданию интерната. По интернату у нас во всех комнатах будет побелка, покраска. Также лестничные марши будут вытянуты, покрашены. Вестибюлю будет у нас Армстронг потолок. Внутренние отделочные работы будут. Отмостка зданий везде будет сделана и частично будет заменена пожарная сигнализация во всех зданиях. И на все это из областного бюджета выделено порядка 77 миллионов тенге. Работы ведутся чуть меньше 2 недель, почти половина от запланированного объема уже выполнена. На сегодняшний день в интернате закончен вестибюль, все переходы закончены, осуществлен ремонт декоративной штукатуркой. Комнаты колледжа подготовлены под открытку, вытянуты стены. А вот на этом пока еще пустующем месте к середине июня появится новая воркаут-площадка 20 на 30 метров. Через несколько дней рабочие начнут укладывать здесь асфальт. Спортинвентарь для нее уже заказали. Кроме того, отремонтируют до конца лета подвалы, склады и гаражи. Всего 10 помещений. На данный момент их уже обшили металлосайдингом, заменили там электропроводку, частично отопительную систему и потолочные покрытия. Забетонировали пол. А еще в планах заасфальтировать все подъездные пути. Анжелика Сычева, Казбек Рыбаев, новости МТРК.